Всем привет! Это рубрика «Сделай это самостоятельно». Как такую гору пакетов можно привести к компактному состоянию, к компактному виду? Сделать это очень просто. Нужно сложить пополам один пакетик, сложить еще один и так далее. Сейчас это видно. И свернуть. Один за другим. Через пару минут у вас получится вот такая конструкция, из которой вы можете очень удобно доставать пакетик один за другим. Это все. Всем спасибо.